Раймонд Паулс, латвийский и советский композитор, народный артист СССР, автор музыки множества эстрадных хитов и мелодий кинофильмов, инициатор международных конкурсов молодых исполнителей популярной музыки Юрмала и «Новая волна». Раймонд Паулс можно по праву назвать родоначальником эстрадной музыки Латвии. Благодаря его усилиям изначально легкий жанр превратился в серьезное искусство. Паулс был министром культуры Латвии, советником президента по культуре и даже баллотировался на пост президента Латвии. Многосерийный художественный телефильм «Долгая дорога к дюнах», снятый в Латвии в советское время, вышел на экраны в 1950 году. В фильме раскрывается история любви Артура, сына рыбака, и красавицы Марты, которые пронесли свои чувства через все трудности и горести военных и послевоенных лет. Долгими и тернистыми были жизненные пути, по которым шли Артур и Марта, пока они вновь не встретились на родной латвийской земле. Сейчас вы услышите инструментальную композицию из этого телефильма. «Раймонд Паулс» – инструментальная композиция из телефильма «Долгая дорога в дюнах». Раймонд Паулс тесно сотрудничал с поэтом Робертом Рождественским. И одним из результатов этой работы явилась впоследствии ставшая популярной песня «Любовь настала». Впервые ее исполнили казахская певица Роза Арымбаева. Итак,
музыка Раймунда Паулса, слова Роберта Рождественского. Песня «Любовь настала». Андрей Вознесенский, еще один поэт, с которым тесно и плодотворно сотрудничал Раймунд Паулс. В соавторстве они написали много песен, которые стали настоящими хитами нашего времени. Одну из таких песен вы сейчас и услышите. Музыка Раймунда Паулса, слова Андрея Вознесенского, песня «Подберу музыку». Thank you.
Советский и российский композитор, народный артист России, член Союза композиторов. Написал музыку более чем 120 фильмам и мультфильмам, таким как «Умка», «Простоквашино», «Ох уж это Настя», «Гостья из будущего», «Приключения электроника» и многие другие. Евгений Крылатов создал большое количество сочинений в жанрах симфонической, камерной, эстрадной музыки, а также музыки для драматического театра, радио и кино. Но особенно плодотворно его творчество в кинематографе. Многосерийный художественный телефильм «И это все о нем», снятый режиссером Игорем Шатровым по одноименному роману Вилли Липатова, вышел на экраны в 1978 году. Главные роли исполнили Игорь Костолевский и Евгений Леонов. Сейчас вы услышите инструментальную композицию из этого телефильма. Евгений Крылатов. Инструментальная композиция «Ожидание» из телефильма «И это все о нем». Евгений Крылатов является автором большого количества романсов, один из которых вы сейчас и услышите.
Музыка Евгения Крылатова, слова Ильи Резника, романс «Прикосновение». Режиссером Игорем Вознесенским по одноименной повести Сергея Павлова вышел на экраны в 1979 году.
Главные роли исполнили Ирен Азер и Вацлав Дворжецкий. Сейчас прозвучит песня из этого кинофильма. Музыка Евгения Крылатова, слова Игоря Вознесенского, песня «Пообещайте мне любовь» из кинофильма «Аквонавты». Встречайте.
Художественный кинофильм «С любимыми не расставайтесь», снятый режиссером Павлом Арсеновым по сценарию драматурга Александра Володина, вышел на экраны в 1979 году. Главные роли исполнили Александр Абдулов и Ирина Алферова. Фильм отличается тонким психологизмом и говорит о жизни в целом. В нем раскрывается история молодых супругов, чувства которых стали очевидными для них после пройденных испытаний ревностью, разлукой и страданиями. И сейчас прозвучит песня из этого кинофильма. Музыка Евгения Крылатова, слова Александра Градского. Песня «Сонет» из кинофильма «С любимыми не расставайтесь». Где ты? Слышишь, отзовись.